это сегодняшний наш поход. Вот столько нас сегодня, много народу. Это все наши. Это все наши. Кошмар. Объектива не хватает. Представляю вашему вниманию короткий ролик о посещении тургруппы «Город» подвесного моста на высоте 114 метров и длиной 403 метра, а также осмотр старинного замка Эренберг, точнее руин от него. Пройтись по подвесному мосту на такой высоте, целых 114 метров, и длиной больше 400 метров, очень интересно. От идущих в обоих направлениях людей мост раскачивается, и вы просто теряете равновесие. И как бы ни хотелось, приходится хвататься за перила. В ветреную погоду ощущение еще круче, ну а виды с моста очень-очень красивые. Руины замка Эренберг Близеройте – самая популярная туристическая достопримечательность этого места. Когда-то на их месте находилось внушительное фортификационное сооружение, являющееся одним из самых крупных в Центральной Европе. Замок этот был возведен 830 лет назад, в 1290 году, Генрихом фон Штаркенбергем. Он располагался в стратегически важном месте, на скалистом холме над перевалом, что позволяло контролировать единственный проход к равнине. В XVI веке территория форта была значительно расширена. Крепостные стены повторили неровные края горной дороги. На вершине скалы стоял главный замок, вокруг которого размещалась наблюдательная и артиллерийские башни. Крепость эта была разрушена в результате французского вторжения в начале XIX века и постепенно пришла в запустение. Сейчас проходят реставрационные работы. Сегодня на территории замка работает музей, экспозиция которой предлагает интересный взгляд на историю региона Тироль. Кстати, этот замок связан некоторым образом с историей России. Осенью 1715 года царица Екатерина Алексеевна рожает еще одного наследника престола – Петра Петровича Романова. Сей факт дал Петру I возможность предъявить первому наследнику цесаревичу Алексею ультиматум, необходимость которым до появления второго сына, если не отсутствовала, то и не было особого смысла. Алексей не хотел учиться, принимать участие в государственных делах, воевать, отказывать отцу хоть какую-то помощь в его великих свершениях. Всему этому он предпочитал гулять и пьянствовать, всеми правдами и неправдами увиливая от каких-то серьезных занятий. С появлением второго наследника у Петра появился выбор и возможность предъявления ультиматума, суть которого сводилась к следующему: или сыночек берись за ум, или лишаться трона. Кстати, этот замок связан некоторым образом с историей России. Осенью 1715 года царица Екатерина Алексеевна рожает еще одного наследника престола – Петра Петровича Романова. Сей факт дал Петру I возможность предъявить первому наследнику цесаревичу Алексею ультиматум, необходимость которым до появления второго сына, если не отсутствовала, то и не было особого смысла. Алексей не хотел учиться, принимать участие в государственных делах, воевать, отказывать отцу хоть какую-то помощь в его великих свершениях. Всему этому он предпочитал гулять и пьянствовать, всеми правдами и неправдами увиливая от каких-то серьезных занятий. С появлением второго наследника у Петра появился выбор и возможность предъявления ультиматума, суть которого сводилась к следующему: или сыночек берись за ум, или лишаться трона. Здесь не было угрозы, было лишь отчаяние родителя, не могущего опереться на чадо свое. Отчаянный призыв взяться за ум и проявить хоть малейший интерес к государственным делам Алексей ответил очень быстро: «Буди изволишь за мою непотребность меня наследия лишить короны российской, буди по воле вашей. О чем я вас, государе, всенижайше прошу.
Понеже вижу себя к всему делу неудобно и непотребно, понеже памяти весьма лишен и всеми силами умными телесными ослабел и непотребен стал только народу правления, где требует человека не такого гнилого, как я». Ответ Петру не понравился. Он увидел в нем попытку уйти от решения проблемы и заподозрил неискренность. И совершенно справедливо заподозрил. Меньше всего Алексей хотел лишиться короны. Алексей покинул Ригу и двинул в Австрию. В середине ноября он стоял перед австрийским вице-канцлером со словами: «Я пришел сюда просить императора, моего Шурина, о покровительстве, о спасении самой жизни моей. Меня хотят погубить, меня и моих детей хотят лишить престола». Алексей поставил императора перед непростым выбором. Ссориться с Петром ему совершенно не хотелось, но и в глазах Европы хотел сохранить лицо и не отказать просящему родственнику в помощи. Алексею объявили: «Император возобновляет всемилостивейшее обещание покровительства и защиты, и по желанию его назначает для убежища горную крепость в Тироле Эренберг». Пробыл же здесь Алексей сравнительно недолго. Уже в мае 17-го он прибыл в Неаполь, принадлежащий в то время Австрии. И смотрите, подумать только, такая маленькая точка на карте вместила в себя столько событий. У меня это не укладывается в голове. И вот стоит Эренберг, охраняемый государством, и потихоньку разрушается. Он безмолвный свидетель одной из трагических страниц истории России. А нам пора дальше, готовиться к следующим походам.